Багишаджасья бадане лакшмирджасья ча вакшаси ясьясти хидай самбид твам нишингамахам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Кришна Ткитана Гану Нартану Калапа Тхожани Бхаджита Садхбхактаволихамсачакрамадупо Сени Вихараспадам Карнанандикалодханирбахатуме Дживхамару Прангани Си Чайтаннадаяни Бхедваттабалашад Лила Судха Сардхуни Си Чайтаннадаяни Бхедваттабалашад Лила Судха Сардхуни Гаурия Гоштхипати, Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told Седути Катха Бхулона Сарвата Каро Уччасаре Хари Намра. Гаурия Гоштхипати Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он сказал эти слова. Кто такой Вайшнав в его поэме? Он дает указание, кто такой настоящий Вайшнав. И вот там говорится, что эти два эти слова мы не должны никогда не забывать. Мы должны совершать харинам с великим энтузиазмом. И что значит эти два слова? Махарадж их повторяет, что ты моя собственность, я твоя собственность. И эти вещи мы должны помнить. Это относительно Господа. И Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он хотел напомнить нам о Санатана Шикше. Самбандха Гьяна, она очень важна. Да, и после этого Расататва и прочее, оно явится само позже. Но если мы не уделим должного внимания Самбандха Татве, то Шрила Прабхупад говорит, что если у нас есть Самбандха Татва в нашем сердце, то Абхидея, она сможет начаться. Абхидея — это настоящий баджан. А потом Прайоджана Татва и прочее, оно само явится иначе. Если мы не уделим должного внимания Самбандха Татве, это большая проблема. И через читание лилу мы можем узнать много вещей. То, что хотел донести до нас Чайтанья Махапрабху. И вот одно из его учений Шриман Махапрабху, он хотел предостеречь нас в этих словах. Мы всегда заняты материальными вещами. Вчера Даматаджи спросил у меня вопрос, на который я уже ответил раньше, о том, как это возможно, что Рада и Кришна не объединились, хотя я говорил об этом на предыдущих лекциях. И вот и в Пуранах говорится, что Рада и Говинда — это одна душа. Это в одной из Пуран это говорится. Кто-то все равно спрашивает, это доказательство того, что у таких спрашивающих есть какие-то материальные представления, материальное сознание.
много сахаджи, они пытаются отстоять свою точку зрения о том, что Гуранга Махапрабху — это сам Бога Виграха, но во всей лиле Шри Чайтанья Махапрабху даже нет единого случая, когда Махапрабху он являл сам Бог Лило, хотя в шастрах говорится, что без випраламбхи, без чувства разлуки, без випраламбхи сам Бога невозможно. И во всей жизни Шри Чайтанья Махапрабху мы не можем найти ни единого случая, когда Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать то, что он наслаждающийся. И всю жизнь Шри Чайтанья Махапрабху никогда не было такой лилы у него. Даже когда он был женат, этого не было. А сахаджи, они наоборот утверждают эту точку зрения, но во всей жизни Шримана Махапрабху никогда такого не было. И Вриндавана Стакура тоже говорит, что Махапрабху даже всю свою жизнь он даже не хотел слушать имена никаких женщин с чувством наслаждения, имеется в виду. Но сахаджи, они хотят выставить Гуранга Лилу в таком скверном виде. И Бхактивинода Тхакур отвечает, что Гор Вишну при Виграха в Арчан Марге мы можем найти Гор Вишну при Виграху, а на Арчан Марге Гор Гадатар Виграху. Иначе нельзя найти за всю жизнь Махапрабху никакого случая, когда он являл лилу наслаждения. Но все же сахаджи, они утверждают так. И в Гора Лили можно видеть один, после того, как Махапрабху принял саньясу, ушел в Пурушоттам Даму, то там можно найти, что Шри Чайтанья Махапрабху, он дает нам урок, поскольку мы, куда бы мы ни смотрели, мы видим плоть и кровь, то есть такие материальные вещи имеются в виду. И Махапрабху однажды в Южной Индии, он и Рай Рамананда, когда Рай Рамананда спросил у него, кто же ты, а Махапрабху ответил, что ты преданный, поэтому куда бы ты ни смотрел, ты видишь своего поклоняемого Господа. И, но это не тот случай со мной. Нет, но это не тот случай со мной. А куда бы я ни смотрел, я вижу только какие-то материальные вещи. И до тех пор, пока я не возвышусь в моем харибаджане, я не могу понять расататву. Это невозможно. Раджа Кришна — это не отдельная татва. Радха и Говинда — это одна единая татва. И если у нас есть материальное представление, то мы не можем представить, как, допустим, мужчина с женщиной могут стать одним существом. Это невозможно. Махапрабху и Кришна Чайтанья, они совершенно относятся к другой татве. Даже чинмой татва на другом уровне находится, но не все могут это осознать. И смотрите, Радха Говинда — это не нечто раздельное, это одна единая татва. И поэтому это была возможность для них объединиться и стать олицетворением разлуки Гуранга Махапрабху. И в Гуранга Лиле с самого начала мы не можем найти.
То есть можно видеть, что Вишнупри, она не могла служить Махапрабху прямо, поскольку Махапрабху всегда был занят в Санкиртане, и Вишнупри, она не могла найти возможность служить ему. Махапрабху, он являл различные лилы, но они не были связаны с семейной жизнью. И через Санкиртану также Махапрабху начал выражать, являть Аштакалилу. И Вишванатха Чакравати говорит, что эти лилы по милости гуру вайшнавов, мы должны понять их одновременно, поскольку если мы не сможем понять лилу Гауранги Махапрабху, Вишванатха Чакравати еще раз повторяет, что в этом... что Махапрабху, он каждое время суток, он являет какую-то определенную лилу, связанную с Вриндаваной лила, с Вриндаван лила связанную, и во Вриндаване там тоже есть лила Йогапитха. Йогапитх значит все преданные, которые совершают соответственную севу, они приходят в одно место, и таким образом в Йогапитхе Шичитанья Махапрабху совершал лилу, но другие лилы в Шивасангане и в других местах. Но так или иначе, в начале всего мы хотим понять то, что вот то, что говорится в этой шлоке. Шри Чайтанья Махапрабху за всю свою жизнь, всю свою лилу, он хотел утвердить это. Если мы находимся в отреченном укладе жизни, те, кто домохозяева, для них тоже какие-то ограничения есть, и особенно для тех, кто находится в отреченном укладе жизни, для них нет прощения. И Махапрабху, он дал такой пример, когда Рай Рамананда попросил Махапрабху дать свой даршан царю Пратапарудари, то Махапрабху сказал, что нет, я не могу, я саньяси, у меня нет права встречаться со всякими царями. И Махапрабху таким образом дает нам пример, но... Но вчера я говорил о том, когда Махапрабху бежал на Читак Парват, олицетворение Гавардхана, то он бежал на голос, на звук Гита Говинды. Но когда Говинда окрикнул его и сказал, что это поет женщина, то Махапрабху, он остановился и сказал Говинде, что Говинда спас его жизнь. И однажды в Джаганат Мандире, когда Махапрабху, он смотрел на Джаганатха, он был поглощен этим даршаном. Он стоял за Гаруда Стамбой, и вот он стоял за этой Гаруда Стамбой, это колонна, где Гаруда сидит. И вот он стоял за ней и с вдохновением смотрел на Джаганатха. И тем временем одна бабушка с деревни, она не могла Джаганатха видеть, слишком малого роста была. И вот она взяла, держась за эту Гаруда Стамбу, она забралась на плечи Махапрабху и тоже смотрела на Джаганатха. И Сваруп Гасай, он увидел и сказал, что вот увидел, что какая-то матаджи залезла на плечи Махапрабху и начал кричать на нее. А Махапрабху отвернул, и Махапрабху, он увидел, что он на нее ругается, и сказал, что не нужно ее беспокоить. Что, и Махапрабху сказал, пускай она смотрит Джаганатха, она очень поглощена даршаном Джаганатха. И вопрос, почему Махапрабху, с одной стороны, он сказал Говинде, что он спас его жизнь,
поскольку Махапрабху он почти прикоснулся к женщине, когда бежал на, ее, на голос, на звук Гиты Говинды. А в этом случае почему он сказал, что не следует ее беспокоить, она слишком поглощена даршаном Джаганнатха. И еще один случай. С Прадьюмна Мишрой он хотел слушать Харикатху от Махапрабху. Он пошел к Махапрабху и сказал, что хочет слушать Харикатху от него, а Махапрабху отправил его к Рай Рамананде. Он сказал, что если ты хочешь слушать Харикатху, иди к нему и слушай. Но Рай Махашой, он не был там на своем месте, был в какой-то деревне, и Прадьюмна Мишра, получив такой совет от Махапрабху, он хотел отправиться к нему, чтобы слушать Харикатху, но когда Прадьюмна Мишра дошел до того места, где он был, Рай Рамананда, он увидел, что Рай Махашой занят. И вот Прадьюмна Мишра пришел и вот это было где-то рядом с Нарендра Саровом. И вот это место Рай Рамананды в 5 километрах от Нарендра Сарова находится. И Прадьюмна Мишра, когда пришел туда, он сказал, что я хочу встретиться с Рай Махашоем, где он. И его слуга сказал, что он занят сейчас. Он занят. И вот он учит девочек танцевать для Джаганнатха. И когда он услышал это, то он услышал, чем он занимается, что украшает этих девочек, кормит, учит танцевать. И когда Прадьюмна Мишра услышал, он очень удивился, как это, и он ушел. И он почувствовал такое неуважение к нему из-за того, что он этих учил девочек танцевать. И он пришел к Махапрабху, и Прадьюмна Мишра пришел, и вот Махапрабху спросил у Прадьюмна Мишры, был ли он у Рай Махашая и слушал ли Харикатху от него. И Прадьюмна Мишра ответил, что он был занят в обучении танцам каких-то молодых девочек, и поэтому я ушел просто оттуда. И Махапрабху сказал, смотри, только у Рай Рамананды есть такой чикар, такая способность, только у него есть такое право. И поэтому ты не понял его правильно, но будь уверен, что Рай Махашой, только у Рай Рамананды есть такое качество, и поэтому я знаю, что его тело трансцендентно. Он имеет в виду, что он может учить девочек танцевать, и не чувствует никакого вожделения. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, что только у Рай Рамананды есть такое качество, такая способность, такой адхикар. И мы знаем, и поэтому это один из признаков того, что его тело трансцендентно. И в начале, вот в соответствии с этой шлокой, this is also indication. First, when you are
одно из, в этой шлоке говорится, что когда мы получаем настоящую дикшу, то наше тело становится трансцендентным. И Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом материальном мире, чтобы показать нам Гопи-бхаву, несомненно. И нет никаких вопросов, сомнений в этом. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы распространить нама санкиртан и дать нам знания о настоящей гопи бхаве, об этой великолепной расе, которую могут обрести все души, если они будут следовать чистым рагануга бхактам. Но не сейчас, а в дальнейшем это. И Махапрабху, он говорит: смотри, я саньяси. Махапрабху говорит о себе, что я саньяси, но все же, если я слышу даже имя женщины, мое тело, оно чувствует какую-то реакцию. И вот Махапрабху говорит: смотри, что я саньяси, но если я слышу что-то о женщинах, то мой ум беспокоится. И, но кто же есть в этом материальном мире, кто может сдержаться от такого вожделения? Это невозможно. И Шри Чайтанья Махапрабху дает нам указание, он показывает нам, что для обусловления души невозможно без анугати, без самбандхагьяны. Обрести прайоджан татву невозможно без должного пути. И Шри Чайтанья Махапрабху всю свою лилу показывает это. И хотя Шри Чайтанья Махапрабху знает, что он великий преданный, он не царь Пратапарудра, он не обычный человек, но все же для саньяси запрещено встречаться с царями, женщинами и богатыми людьми. Джоши Сангатьяк значит, что значит не иметь Йоши Цанги? Многие думают, что это только общение с женщинами, а для женщин, соответственно, с мужчинами. Но это не только то. Согласно Гауди Даршану, мы знаем, что у Джоши Цанги есть более глубокие значения. И одно из значений то, что Пратишт, например, Пратишт Джоши, стремление к славе, к почету, уважению, оно более неблагоприятно. Стремление к богатству и к женщинам, а стремление к славе, оно самое такое плохое. И поэтому Рагхунат Дас Госвами, он говорит в этих словах. Майвади, они хотят доказать, что они самые отреченные, но согласно Гауди Даршану можно видеть, что они вообще не вайраги. Мы должны принять юкта вайраги. У них нет вообще вайраги. Даже согласно Гауди Даршану мы знаем, что они самые Йоши Цанги. Почему? Поскольку внешне они все оставили, но внутри самое страшное Ахам Брахмасми, они думают, что они брахманы, это самая плохая пратиштха, они хотят наслаждаться этой пратиштхой, и поэтому они худшие из Йоши Цанги. Вчера был один вопрос. Вриндаван Дас Такур говорил, что Махапрабху, он хотел дать свою милость людям с других сападай ложным саньяси. А почему Махапрабху, он не позволял совершать никаких
ошибок преданным с нашей сампрадаи. И вот это одна из милости, один из видов милости. Я, на эту тему много споров идет, и я думаю, я должен обсудить эту тему. Махапрабху в начале всего он хотел дать нам представление о том, что через санкиртан, через чистый санкиртан, вначале мы должны возвыситься. Махапрабху дает нам указание, что пример, что через санкиртан мы должны возвыситься, и потом мы почувствуем, что наше тело и ум не стали трансцендентным, а пракрита. И Брихат Бхагаватамрите Санатан Госвами говорит, я говорил уже много раз об этом, что и Санатан Госвами дают такой пример, что Кришна Бхакти – это нектар. Я много раз говорил об этом, и Бхагаван Си Кришна в Шримад Бхагаватам говорит. Если мы будем слушать Харикатху с от настоящего саду, с истинного источника, то Шрила Прабхупад говорит таким образом, он дает нам совет слушать Харикатху. Чтобы слушать Харикатху, вы должны выбрать правильный источник. Это совет Шрилы Прабхупады на все времена. На Бенгале это так звучит, что вы должны слушать Харикатху с должного источника, иначе вы запутаетесь и запутаетесь, и ничего не получится. И у нас не должно быть представления, как о Радхарани и о Кришне, как о обычных людях. А такое представление не так просто изгнать из нашего сердца, и поэтому Шрила Прабхупад, он был так строг. Многие из нас не могут показать должного самопредания лотосным стопам гуру, настоящих гуру и вайшнавов. А если мы предадимся гуру и вайшнавам, то тогда осознание, оно автоматически явится в нашем сердце. А осознание — это не какая-то зарядка, не какие-то тренировки, упражнения, что мы можем тренироваться и станем сильнее, но нет. Автоматически, если мы полностью предались лотосным стопам чистых гуру и вайшнавов, у которых нет никаких материальных желаний, и Шрила Прабхупад говорил, что мы должны продать нашу голову лотосным стопам чистых вайшнавов, но мы не можем это сделать. Мы можем что-то другое сделать, но мы не можем продать наше сердце, наш ум, нашу голову лотосным стопам гуру и вайшнавов. Если вы сможете это сделать, я сидя на Вьясасане, я обещаю вам, что-то случится с вами, но далеко не каждый может это сделать. Если мы сможем, если мы хотим обрести Кришну, это единственный путь. И поэтому Шрила Прабхупад так жестко говорил. Служить моему Парамхамсу Гурудеву, Шрила Прабхупад говорил так, для служения моему Парамхамсу Гурудеву, если весь мир будет против меня, я все же, мне все равно. Я не забочусь об этом. Служить чистому моему Парамахамса Гурудеву, я готов на все, даже если весь мир обернется против меня. И без страха я могу находиться под лотосными стопами моего Гурудева. И Шрила Прабхупад говорил, для того, чтобы служить моему Парамахамса Гурудеву, если я буду вынужден отправиться в ад по его указанию, то я готов.
Шрила Прабхупад говорил так, что даже если мне придется отправиться в ад, то я готов в любое время. И такое настроение должно быть в нашем сердце. И тогда мы сможем доказать, что мы достойны войти на путь Рагануга Баджана. Но не до этого, это главное. И вот Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей жизни нельзя найти ни единого примера, когда он являл лилу наслаждения. А сахаджи настолько глупы, они... Вот в Шивасангане, например, Махапрабху хотел дать какой-то просад на районе. И эти сахаджи, они это заметили и говорят, что у них были какие-то любовные отношения между Махапрабху и этой Нараяне. И эти сахаджи, они совершают только оскорбления таким образом. И также, когда Вишнуприя Деви, она... Есть поэма такая о умонастроении Вишнупри на Бенгалина, и там описывается чувство Вишнупри к Махапрабху, но будьте внимательны, с Вишнупри нельзя найти ни единого случая, когда не наслаждалась Махапрабху. Махапрабху — это не... Это олицетворение разлуки, а не встречи. И когда Вишнупри Деви, она закрылась в комнате, то Махапрабху, он совершал санкиртан все время. И Вишнупри Деви, она не могла слушать Махапрабху и даже поговорить с ним, и поэтому она опечалилась и закрылась в своей комнате. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что Харинам Санкиртан может дать тебе все, даже для... Даже для того, чтобы утешить Вишнупри, он все равно совершал Харинам Санкиртан всю жизнь. Вся жизнь Махапрабху, она посвящена Харинам Санкиртану. И Шри Чайтанья Махапрабху везде и всегда давал такой совет, что через Санкиртан мы можем достичь всех совершенств. И тогда, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел и увидел, что Вишнупри закрылась в комнате, он постучал, Вишнуприя не открыла ничего, не ответила, и в то время, что случилось, Шри Чайтанья Махапрабху начал повторять святые имена, он начал петь, и что Вишнуприя не смогла уже дальше находиться там, она открыла дверь, и она, ее обида она прошла. И во всей Гору Лиле можно помнить, что все преданные из Бенгала под руководством Шивананда Сена, поскольку Шивананда Сен, он знал, как идти всю дорогу, как идти до Пури. И вот Шивананда знал, как идти, и поэтому он был поводырем. И все преданные пошли куда? В Пурушоттам Даму. И вот враджа, что значит враджа, одно из значений враджа – это Вриндавана. Что значит враджа? Бро значит брама, а джа – джанма, рождение. Там, где является Брахмавасту, это есть врадж. Брахма родился здесь, и поэтому имя этого места враджа. А у Дхамы есть уникальное качество. Мы
хотим использовать наш материальный ум, чтобы понять что-то, но это неправильно. Многие люди спрашивают, как возможно для Радхарани. Вот она пришла с Явата и пошла в Кусум Саровара набрать цветов, потом на Радакунду, потом на Шьямакунду. Как это возможно? Если подумать, там такие расстояния, что это полдня надо ехать до одного места, она их все посещает за каких-то несколько минут. Мы не можем понять, что дама, она чинмой, она трансцендентна. У дамы есть качества, которые могут являться время от времени. Дама, она может расширяться или сжиматься. Кави Карнапур, он говорит, мы должны слушать внимательно, чтобы понять, иначе мы не сможем находиться на пути баджана. И Кави Карнапур говорит, как возможно, что Гамхирана настолько мала, там мало места, но Кави Карнапур, он прямо пишет, что тысячи и тысячи людей, даже полубоги и все прочие пришли, чтобы получить даршан Сочетание Махапрабху. Но как возможно в таком маленьком месте присутствовать тысячам людей? Вы были в Гамхире, там очень мало места, но Кави Карнапур, он хотел дать указание на то, что дама, она не материальна, мы можем, не можем чувствовать. Если я скажу, что все джив, всех душ в этой Браманде можно поместить в одну коробку из-под спичек, как это возможно, но нет, это возможно. Даже еще место останется, много места. И мы хотим понять своим материальным умом, и это проблема. И когда Кришна Бхагаван, он вышел из Нандаграма встретиться с Радхарани, мы считаем, сколько времени надо до Ямуны доехать. Нандаграм — это 80 километров почти, и как Кришна за считанные секунды оказался там. И такое материальное представление о времени, месте и пространстве, они в этом мире только, в этом материальном мире они связаны как-то. И поэтому Эйнштейн вывел свою теорию, теорию относительности. Например, вот это, вот эту массу можно в энергию превратить. Материя может быть превращена в энергию, и поэтому мы верим, что энергия может стать материей. Опять пытайтесь понять то, что я говорю. Когда материя может стать энергией, то, что в самое время энергия также может стать материей. Понимаете? И одно из указаний в Бхагаватам говорится, что Сатраджит Раджа, он от света солнца, он каждый раз получал какое-то золото. Но как это было возможно для Кунти служить тысячам, людей? С одной тарелки она кормила их просадом. С одной тарелки, как она могла накормить тысячи людей? И поэтому не пытайтесь использовать материальный ум для понимания трансцендентных вещей. Сначала вы должны пытаться выйти из этого материального представления о мире и окружающем. Это обязанность Гуру Вайшнавов показать вам свою заботу. И, а как, если у вас будет какое-то трансцендентное чувство, чинмой оно будьте. И это возможно только по милости Гуру Вайшнавов Рагануга Баджан. Хотя я знаю и опять говорю, что мы, Гауди, это наша наивысшая цель — обрести вкус Рагануга Баджана. Но это не значит, что Чайтанья Махапрабху никогда не показывал нам такого примера, что мы должны перепрыгивать через какие-то ступени, уровни. В Чанди, перед Дурга Пуджей, Чанди Пат читают. И вот там есть одна красивая шлока,
глупые люди, они никогда не думают о ней. Вот Махарадж повторяет. И вот можно во время Дурга-пудзы слышать такую шлоку, и значение таково, что, что Дурга, Майя Деви, она везде в форме энергии. Пытайтесь понять, вот в этой шлоке говорится, что это Деви, Дурга, энергия, она в форме энергии везде. И то же самое хочу сказать, что материя может стать энергией, энергия материи. И эта Деви, она в форме энергии везде находится. И как это возможно для Эйнштейна, немецкого ученого, понять, хотя как он был ученым, как он понял то, что описывается вот в ведах, то, что энергия может стать материей, а материя — энергией. И вот мы можем видеть то, что материальное представление, мы должны избавиться от материальных, материальном представлении. И Рагануга Баджан — это наш наивысшая цель. Но прежде всего мы должны избавиться от материальных представлений о мире. Вы можете помнить, когда Шивананда Сен, все преданные под его руководством, шли в Пурушоттам Дхамму, то однажды Шри Чайтанья Махапрабху, когда он был Гаур-Гопалом, маленьким ребенком, он ходил с одного дома в другой, он просил масла, и тот преданный, один преданный делал эти сладости, он пошел к его дом, его звали Парамешвар. И Парамешвар сказал: «О, Прабху, я прихожу». И Парамешвар говорит: «Мукунда, его мать тоже придет». Когда Махапрабху слышал имя матери Мукунды, он засмущался, поскольку и также там в читании Чайтамрите говорится, что все матаджи, они смотрели на Махапрабху издалека. Будьте внимательны этим. Я не хочу сказать, что Махапрабху учил нас ненавидеть женщин. Нет, это не так. Если вы хотите начать Рагануга Баджан, вы должны избавиться от материального представления. Те, кто... То есть у мужчины и женщины есть взаимное привлечение. Это один из видов Йоши-санги. И если мы не избавимся от этого влечения, то очень тяжело понять духовные вещи. И как начать Рагануга Баджан? Наша Гурвага говорит, что если мы будем следовать сочетанию Махапрабху полностью под руководством чистых гуру и вайшнавов, если будете следовать Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Прабхупаде, то вы, несомненно, достигнете успеха. Шрила Бхактивинода Тхакура, он написал нам много книг в Бхактивинод. Винод Вани Вайбав в этой книге описывается то, что Шрила Бхактивинода Тхакура, он оставил нам много советов на различные темы. Эта книга в 1900,
1918 году она была опубликована, 4 года после ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура. Потом я еще раз опубликовал ее на Бенгале, это все. И вот мы можем обрести лотосные стопы сочетания Махапрабху, и в то же самое время это особенность Гаудия Бхаджана, что мы сможем обрести лотосные стопы Радха Говинды. Это главная особенность Гаудия Бхаджана. Если вы будете совершать Гаудия Бхаджан, то вы обретете два блага. Вы сможете войти в Гура Лилу и в Радха Говинда Лилу, как Рупа Госвами Пад. Он в форме Рупа Госвами служит Шичитани Махапрабху, и он же, как Рупа Манджари, он служит Шри Кришне, Шри Радха Говинде, как Санатан Госвами, Лаванга Манджари и Канак Манджари, Шимананда Прабху, они служат одновременно как Махапрабху, так и Радха Говинде. У них они имеют такое двойное благо. Но одно «но» мы должны следовать всем правилам и предписаниям. И вы помните, чуть ранее я говорил вот эту шлоку. Кто написал это? Написал Джива Госвами. Это постепенный путь Аду. И этот постепенный путь, он кем указан? Джива Госвами. И всю жизнь Шичитани Махапрабху он хотел дать нам такой же урок. Не так, что мы можем говорить о какой-то сухой философии для нашего наслаждения. Нет, мы должны постепенно продвигаться. Сначала Шрадха, а потом Саду Санга. Здесь Джива Госвами Пад, он также указывает нам, что в начале всего, если вы хотите совершать Харинам Санкиртан, вначале вы должны очистить свое сердце. И вы также можете помнить Шрила Бхактивинода Тхакура в Дашамула Татве. Я в Пури немного говорил о ней. И Бхактивинода Тхакура говорит, что если вы хотите, если вы не уделите должного внимания Дашамула Татве, то в миллионы жизней вы не станете успешными. Бхактивинода Тхакура предупреждает нас, те, кто будут игнорировать эту Дашамула Татву, они никогда не смогут стать успешными во всей своей жизни. И мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, он говорил, что те, кто хотят начать Харибаджан, то их первая обязанность – получить полное представление о Санатана Шикши, потом о Рупа Шикши, но не все следуют этому. Многие хотят перепрыгнуть, а это главное.
И так или иначе, те, кто находится в Навадвипдхаме, они тоже в Раджавасе. Когда Шри Чайтанья Махапрабху ушел из Навадвипдхамы, то они тоже чувствовали разлуку, вираха. Вираха, разлука, у нее есть особое качество. Вираха Татва, у нее есть какая-то магическая особенность. Она действует на наше тело и наш ум. Когда Махапрабху чувствовал сильную разлуку, то внешне это проявлялось на его теле. И те враджаваси, которые живут в Навадвипе, они отделены от Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху ушел в Нилачал. И когда они все эти Навадвипаваси, враджаваси отправились в Нилачалдам на Читрамасию, чтобы 4 месяца жить рядом с Махапрабху, но это было перед тем, как Махапрабху явил Гамхира Лилу. До этого они каждый год ходили в Пури. И смотрите, какую разлуку они чувствовали с Махапрабху. Они жили в разных местах, они приходили, собирались и начинали идти в Пури. Каждый день так много они не пройдут, 20 километров максимум, поскольку многие пожилые, кто-то с детьми, кто-то еле ходит, и вот такие все преданные разного калибра, с разными физическими возможностями, они шли в Пури с великим вдохновением, что они идут встретиться с Гурангой. И таким образом, если с такой скоростью идти в Пури пешком, это займет достаточно много времени. Месяц, а то и больше. Нужно еще есть по дороге. Не есть, а еще и собирать что-то, готовить, и потом есть. И вот поэтому очень важно совершать враджа-мандал парикраму. Шрила Прабхупад говорил, что враджа-мандал парикраму мы должны совершать. Если мы будем совершать враджа-мандал парикраму, то тогда это нельзя понять, просто сидеть в комнате с кондиционером и совершать рагануга баджан, это не то. Нужно это именно совершать враджа-даму парикраму в таком виде, в котором она есть. И вот преданные начального, среднего и высшего уровня есть. И наша ахикара способность, то есть для каждого уровня преданных разные эти разные предписания. Вот это в этой шлоке, например, уровень Матьяма Адхикари преданных среднего уровня описывается. И именно преданные среднего уровня, они должны проповедовать. А если проповедуют преданные высшего уровня, то они должны сначала опуститься на средний уровень, и только оттуда они могут проповедовать, как Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, они Уттама Адхикари, они преданы высшего уровня, но они, чтобы проповедовать, они опустились на предыдущий уровень. И как совершать Рагануга Баджан? Джива Госвами Пад, он дает нам совет, что в начале всего мы должны пытаться совершать Харинам без оскорблений, и когда мы сможем повторить Харинам без оскорблений чистым образом, то тогда. И вот один Махапрабху.
У Махапрабху спросили, кто такой Вайшнав. И три года спрашивали у Махапрабху, кто такой Вайшнав. И Махапрабху сначала сказал, что если вы посмотрите на кого-то и почувствуете вдохновение повторять Харинам, то будьте уверены, что он чистый Вайшнав. И Махапрабху, он более глубоко объяснил, кто такой Вайшнав. Как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Сиддхартха Госвами Махарадж, если вы увидите их, то Харинам явится сам на ваших устах. И прежде всего вы должны понять, что такое випраламбха, разлука. Это не значит, что нужно запомнить какую-то философию и можно повторить. Это мало. И в начале всего, когда в Раджавасе они шли в Пуршоттам Даму, то посчитайте, сколько времени это занимало, и тогда вы поймете, что два месяца это им надо так и не шли никуда не, ну, особо не спеша, поскольку много было с пожилых, с детьми, просто детей, и им еще надо было, наверное, ночевать по дороге, что-то готовить, есть, и таким образом за пару месяцев они еще баджан совершали, тоже время занимало, и то есть они еще готовили 2-3 раза в день. То есть это время занимало, ну, как некоторые, например, ходят на парикраму с недельным запасом еды, но это, как сказать, не совсем та парикрама. Я уже говорил, что когда Шри Чайтанья Махапрабху, он, когда какой-то слуга ходил с Махапрабху, Махапрабху спросил его, откуда у него вчерашний просад, то он сказал, что я с собой взял. А Махапрабху сказал, что у тебя нет права со мной ходить тогда. То есть для отреченных людей, для находящихся в отреченном укладе жизни, они не могут ничего нахабривать, даже там, просада на завтра. И вот так они шли 2 месяца туда, 2 назад, и 4 месяца они с Махапрабху находились, и смотрите, 8 месяцев в году они так ходили к Махапрабху, и смотрите, какие они были домохозяева. Если вы станете таким домохозяином, я выражаю вам свое почтение. И вот смотрите, какое чувство разлуки они испытывали, что они таким образом ходили к Махапрабху каждый год. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что Нилачал Дам, Пурушоттам Дам – это наивысшее место разлуки Расататва. Если вы хотите испытать разлуку в ее наивысшей степени, вы ее, это чувство випраламхи, вирахи, вы почувствуете именно в Пуре. Кто-то говорит, что это Вриндаван, но Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы хотите получить вкус випраламхабавы, ее наивысшей степени, то вы можете получить этот вкус в Нилачале, поскольку там Махапрабху, он являл различные чувства разлуки, и это поэтому наивысший расапит. Бхактивинода Тхакур говорит, что то место Нилачал Дама – это наивысший пит, место, источник расы. Поскольку сочетание Махапрабху – это Радха Говинда, и в Вриндаване Радха Говинда – это отдельное существо, а там это одно единое существо. И Махапрабху являл различные лилы там. И последние 12 лет Махапрабху, он являл такой уединенный баджан, он находился в своей комнате в Гамбхире, плакал все время. Я не могу объяснить, это невозможно объяснить для меня. Иногда Махапрабху плакал, иногда являл такое беспокойное состояние. И Рам Махашой, он с
Сварупа Дамодара. Он говорил с ними, он спрашивал Рай Махашая о Рай, какое настроение может быть у Радхарани. И Рай Махашай говорил, ты хочешь увидеть настроение Радхарани, да, подожди. И Рай Махашай приносил зеркало и говорил, Махапрабху, вот смотри, это настроение Радхарани. Но Махапрабху гневался, выкидывал это зеркало и говорил, что ты делаешь. А он говорил, что если ты хочешь увидеть настроение Радхарани, то вот ты и есть олицетворение Радхарани. И Махапрабху, он явил такую расататву там, но те посторонние люди, они не могли этого понять. Даже они не могли понять умонастроение Рай Махашая. Рай Махашая, он не Верховный Господь, но все же они не могли понять Рай Махашая. Но Махапрабху хотел доказать, что с Рай Махашай он Рай Махашай, он считал себя служанкой Радхарани, и у него было такое чувство дасия. Он думал о себе, что я служанка Радхарани, и с таким умонастроением он кормил этих девочек, омывал, одевал, массаж им делал, как это возможно. Но все же Рай Махашай, он никакой реакции в его сердце не было. А что Махапрабху хотел показать этим? Что у нас не должно быть, если вы хотите получить этот наивысший вкус в Випраламхе, у вас не должно быть никаких материальных представлений в вашем сердце. И я говорил несколько дней назад, что когда Махапрабху, он принял форму Рукмини Махалакшми, то там Махапрабху хотел сказать нам, что не каждый может видеть эту лилу. Те, у кого есть, только те, кто могут контролировать свои органы чувств, только они позволены смотреть на эту драму и тогда на это представление. И тогда Адвайта Гасай и Шивас Пандит говорят, что, о Господь, мы недостойны. Как недостойны? Но кто же тогда достоин? И после этого Махапрабху сказал, я благословляю вас всех, вы все можете смотреть на эту драму, но мой обет, мое благословение, что никакое вожделение не возникнет в вашем сердце. Что говорить о Адвайта Гасай, он сам Махавишну. Махапрабху сказал, что те, по моему благословению, вы не будете чувствовать никакого вожделения, и поэтому они участвовали в этой драме. И если так, одно суждение за одним, которое даны нам Гурвагой, и я говорил также Санатан Госвами из Брихат Бхагаватамриты, вот эту шлоку, что она значит? Например, мы можем найти, что Бхактивинода Тхакур, он в том же теле находится, внешне не видно его трансцендентного тела. Каждый может это чувствовать, но Санатан Госвами говорит, что те, кто непрерывно слушает Харикатху, и те, кто пьют нектар Кришна Бхакти, то в то время описывается, что их тело, они могут забыть о своем теле и о всем, что связано с их телом. И в то время это возможно. Они могут почувствовать, что какое-то трансцендентное, нечто трансцендентное, какое-то трансцендентное тело внутри вас. И
И сейчас я хочу сказать о примере из Бхагаватам. И что там говорится? Это о том, что Расалила. И вот в Бхагаватам, в этой шлоке говорится, вот это викридитам, викридитам, значит, вишеш, ви значит, вишеш, и викридитам, знаешь, что значит особая лила Кришны. Почему? Что имеется в виду в этой шлоке? Если это Кришна лила, почему слово Вишна в этой шлоке используется? Пытайтесь понять сердце Шукадева Госвами. И хотя это полная лила Кришны, почему Вишну расу не творит, но Шукадев Госвами, он хотел сказать так, почему? Веридам Чавишну. Что это значит? Хотя мы знаем, что Кришна и Вишну, они не отличны. Не значит, что Кришна, он чем-то отличается от Вишну. Онтологически имеется в виду. Но Джива Госвами Пад говорит, когда Кришна совершает Расалилу, то в трансцендентном теле Кришны все аватары, они там, Рама, Нарисимха, Вараха и все остальные. Но когда Кришна совершает Расалилу, все аватары, они уходят. Только Кришна остается. Это не все могут понять, как это возможно. Когда Кришна убивает Шишупалу и прочее, это Вишну Шакти делает. Кришна это не делает. И вот умонастроение Шукадевы Госвами в том, что дать нам представление о том, что мы не должны неправильно понять то, что вездесущий Вишну там 100 раз по 10 миллионов гопи, 100 кругов гопи. А если подумать, как это возможно, если там 100 раз по 10 миллионов гопи, 100 кругов гопи, а где же место? Тут в Индии столько людей не будет, а тут столько гопи. И Кришна может, как он может совершать Расалилу со всеми вместе, где же вообще такое поле здоровое, чтобы на всех мест хватило. И поэтому, чтобы мы не пытались использовать свой материальный ум для понимания этого, Шукадев Госвами говорит, что там вездесущий Вишну. А еще там, кроме этих гопи, еще и Кришна с каждой гопи. Соответственно, там место еще в два раза больше надо. И вот Шукадев Госвами говорит, что будьте внимательны, там вездесущий Вишну, который является эту Расалилу со 100 крорами гопи. И второе значение. Вишну значит Кришна. Только Шукадев Госвами, он хочет дать нам правильное представление, чтобы мы не пытались имитировать Кришну, что если Кришна танцует с 10, со 100 крорами гопи, то в чем проблема, если мы будем танцевать хотя бы с одной гопи. И Саддхан
Зачем сегодняшняя тема – это причина явления Шри Чайтанья Махапрабху? Шрада. Что значит Шрада? Прямо говорится, что не Вишвас, не какая-то обычная вера, а Судхира твердая, непоколебимая вера. Если будем совершать Кришна Бхакти, то все это совершенно, и все остальное само собой сделается. Анусринват значит, Шринват значит, Ану значит непрерывно. Одно из значений слова Ану непрерывно, непрерывно слушать. И в то же самое время мы должны совершать анугатию, следовать гуру вайшнавам, что значит непрерывная харикатха и киртан, поскольку Гурудев ушел из этого мира. И первое, если мы говорим так, то это значит, что мы не понимаем гуру татвы. Гуру татва – это не раздельная татва, а мы хотим разделить ее на части, что мой Гурудев, ваш пятый, десятый. Гуру татва – это аканда татва, она нераздельная. Если мы осознаем эту татву, что Гурудев, он никогда не уходит. Если вы совершаете баджан, то вы увидите, что Гурудев поддержит вас в вашем баджане. Но если у нас нет полного самопредания, то такое чувство, соответственно, не будет. Мы должны слушать харикатху, киртан, совершать киртан на пути Шраутапанти. Анушринват значит непрерывная харикатха, непрерывный киртан под руководством Гуруварги, под руководством Шраутапанти. Это одно значение. Анушринват также значит Шраутапанта. Значит, что мы не можем нарушать правила и предписания, данные нашей Гуруваргой. И вы будете слушать или говорить, поскольку чтобы говорить харикатху, это тоже для этого нужно милость Гурудеву, как Шукадев Госвами. Он говорил по милости Вьясадева, и на пути Шраутапанти у нас есть возможность как говорить, так и слушать. Kriyitam bhagavad gitam chavish saddham nitam mamo srinavad atavarnayajya bhaktim param bhagavatim pratidavyakamam bhaktim param bhagavatim pratidavyakamam bhaktim param bhagavatim pratidavyakamam. Если у вас есть какая-то сердечная болезнь, вожделение, болезнь сердца, то говорится Ашу, значит, немедленно ваше разделение все будет удалено из вашего сердца. И вот сахаджи, они говорят, что понимают неправильно эту шлоку. И вот если вернуться к началу Расататвы, то там говорится, что без Шамбху, без Шивы. И вот в этой шлоке из Бхагаватам Шанкар Бхагаван, он принял весь яд с пахтания Молочного океана. Even mentally, you cannot imitate.
Шива, он бесподобен. Даже в уме мы не можем его имитировать. Смотрите, во время пахтания океана вышел в начале яд, и капля этого яда случайно упала на землю, и этого яда достаточно, чтобы наступить. Смотрите, все от этого капли яда произошли все ядовитые насекомые и прочие существа. Но Шанкар Шива, он по милости Кришны выпил весь этот яд, и он не хотел, чтобы яд он как-то действовал на Кришну. Поскольку Кришна пребывает в каждом сердце, то он этот яд остановил в своем горле, и этот яд стал подобен орнаменту, украшению на его шее. Его. Одно из его имен стало Нилакантха Синьши, и в этом предостережении наша Гурварга предупреждает нас, что можно найти что даже в уме мы, у нас нет права следовать этой лиле. И сейчас вопрос может возникнуть, что в уме, как бы, если нельзя, то физически можно ли? Поскольку говорится только в уме, но если разумно, вы можете понять, что любые действия, совершаемые любым вашим органом чувств, если ум не делает это, то ничто не получится. Если ум не будет с вами заодно, то вы не сможете ничего сделать. И поэтому в шастрах говорится, что ум — это 11-й орган чувств, это лидер всех органов чувств. Ум, он превыше всего. И вот говорится, что если что даже в уме мы не нельзя имитировать лилу, расалилу, до тех пор, пока у нас не будет такие же качества, как у Рай Рамананды, такие же способности. И поэтому говорится, что даже в уме значит, и всеми остальными способами. И Кешав Госвами Махарадж, он говорил об этом, Шрила Прабхупад такое же объяснение говорил, что и Шукадев Госвами, поэтому он хотел остановиться на девятой песне. Почему? Почему Шукадев Госвами, он захотел остановить свою харикатху на девятой песне Бхагаватам? Парикет Махарадж начал молиться ему: «О Гурудев, я хочу слышать о Кришна Лиле больше и больше». И Шукадев Госвами хотел увидеть желание ученика, его способность. Шукадев Госвами не значит, что он не хотел говорить, но он хотел проверить Парикшит Махараджа. Парикшит — это слово значит уже проверенный. На санскрите это значит проверенный, одобренный, и это зовется Парикшита. Но все же Шукадев Госвами хотел еще раз его проверить. И после этого, когда он увидел, что его ученик Парикшит Махарадж, он достоин, и тогда он начал говорить о десятой песне Бхагаватам. Иначе до девятой части можно видеть, когда девятая часть практически кончилась, там можно найти такие слова, что Шукадев Госвами говорит кратко, что Кришна родился, женился и все. В двух словах он говорит, что Кришна делал, что все кончилось. И после этого, когда Шукадев Госвами, он
увидел огромное желание у Парикшита слушать дальше, что, с чем конкретно Кришна занимался. И он начал говорить о десятой песне. И также можно изучать комментарии, написанные Шрилой Бхактивинода Тхакуром и Шрилой Прабхупадой. То там говорится, почему Шукадев Госвами, он хотел, он не называл настоящее имя Радхарани. Почему? Хотя Радхарани — это главное, это центр всего, это Радхарани. Если мы будем изучать Бхагаватам сначала до конца, то мы увидим, что там Радхарани в центре всего. Но почему Шукадев Госвами избегал повторять ее имя? В комментариях говорится, что Шукадев Госвами, он не повторял ее имя прямо, поскольку если бы он повторил имя Радхарани, он не смог бы дальше говорить из-за переполняющих его чувств. Также Шрила Прабхупада на Радакунде, он хотел что-то сказать о Радхарани, но когда он только произнес ее имя, он Аштасатвика Викара, он явился на его теле, и он не смог дальше говорить. И также в читании Чайтамрити много раз можно найти вот эти слова. Бахиранга значит посторонние люди. И когда присутствовали какие-то посторонние люди, Махапрабху сдерживал свою бхаву, свои чувства, поскольку иначе это нельзя, чтобы какие-то посторонние люди видели что-то сокровенное. И наша Гурванга также дает такой пример. Если у нас есть огромное богатство, мы не кичимся этим, а храним в тайне, чтобы никто не завидовал, не было никаких неблагожелателей, воров и прочих разбойников. И поэтому Рупануга Бхаджан — это нечто сокровенное. Наша Гурвага говорит, что это великое сокровище, но вначале всего мы должны делать то, что говорит Джива Госвами, Санатан Госвами. И вот когда мы будем совершать баджан, то трансцендентное тело апракрита деха, оно явится у нас. А если у нас не будет трансцендентного тела, то как мы можем служить трансцендентному Кришне и трансцендентному духовному Гурудеву? Конечно, они дадут нам какой-то шанс, но, говоря искренне, не имея трансцендентного тела, невозможно служить Кришне и всему трансцендентному, но все же мы практикуемся, мы пытаемся. И Джива Госвамипад хотел доказать нам то, что мы должны очистить наше сердце. Наше сердце должно быть настолько чисто, подобно тому, что описывается в первой шлоке Шикшаштаке. И вот и Гундича Марджана Лила, она была явлена Махапрабху для того, чтобы очистить наше сердце, чтобы не было даже не просто вожделения, даже никакого запаха вожделения. И Махапрабху не один, а со всеми преданными, когда они собрали, когда они очищали храм Гундича, то оказалось, что Махапрабху собрал мусора больше всех других преданных вместе взятых. И в читании Чайтамрити говорится, что Махапрабху один, он собрал больше мусора, чем все остальные преданные. И смотрите, как Шри Чайтанья Махапрабху это сделал. И поэтому вначале всего мы должны очистить наше сердце. И вот кто-то говорил Вишвана Чакравати и другие, что как это возможно. И говорится, что вожделение, оно
как у чистых преданных не может быть вожделения. А Бхагаватам говорится, что если есть, то по милости Гурудева это все уйдет. И какова сиддханта в этом? Кешава Госвами Махарадж говорит, что если есть какое-то вожделение у нас, то даже если запах вожделения есть в... Точнее, если у чистого преданного не может быть никакого вожделения, но если вдруг есть какой-то запах, это вожделение, он может быть очищен. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, не значит, что мы можем слушать Харикатху о Расалиле, имея какое-то вожделение. Мой Гурудев говорил, что такие материальные люди, они думают, что, что материальные люди думают о Кришна Лиле как о танце, танце Кришны с гопи в каком-то танцевальном клубе. Но это далеко не так. И все, что связано с Кришной, оно наивысшее знание, оно в Кришне, в своей высочайшей степени. Айшварья, его богатство, Кришна самый могущественный, самый богатый, Джаша, значит, слава, Кришна самый знаменитый. То есть Кришна имеет все качества в их полноте. Нет никого, кто бы мог победить Кришну. Кришна самый знающий и самый отреченный. И Кришна все равно совершает Расалилу. Если Кришна доволен, он аптокам, он самодостаточен, то зачем он совершает Расалилу? Махапрабху с Сарвабхаумом Бхаттачарьей вот эту шлоку 18 раз обсуждали. И эту шлоку вместе с Сарвабхаумом Бхаттачарьей Махапрабху 18 раз он значение этой шлоки рассказывал из Санатаны. Это тоже очень важно, поскольку есть, есть прекрасные преданные, то у меня есть вдохновение говорить больше. Санга, энергия Санги, она влияет на это. И когда перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей он рассказал 18 значений этой шлоки, а перед Санатаной Госвами в Варанаси, и когда Санатана Госвами попросил Господа: «О Господь, я хочу узнать значение этой шлоки, я слышал 18 значений ты рассказал», а Махапрабху засмеялся, что я сумасшедший, и ты сумасшедший. Перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей то, что я говорил, я не помню. Давай проверим, сколько вдохновения, сколько силы ты имеешь. И Махапрабху сказал на бенгале такие слова: «Давай проверим, как я могу объяснить эту шлоку через вдохновение тобою». И Махапрабху, он, Санатан Госвами, когда он услышал 62 других объяснения, он был очень удивлен. И Махапрабху сказал, что ты настолько прекрасен, а общаясь с тобой, я... Махапрабху сказал: «По твоей милости я смог эти 62 значения шлоки, новых значений, они сами явились в моем сердце». И вот Махапрабху сказал, что по милости, по твоей милости явилось еще 62 значения, и сейчас places like
И вот сегодня день явления Гуранги, какое великолепие милости его милости, милость Кришны, Кришна Крипа. Будьте внимательны. Вчера я говорил о том, что Кришна Мадхурья Гуна, она есть, но это Мадхурья Гуна, она но это его Мадхурья из-за коруны приходит. Коруна — это милость, а милость Махапрабху, она особенно. И поэтому можно видеть, что Махапрабху настолько великодушен, настолько милостив, что он одарил своей милостью даже Майвади, хотя он сам говорил, что не только нельзя слушать Майвади, даже если увидев Майвади, нужно пойти в Гангу и на Гангу и принять омовение с одеждой. А как это возможно? Я, например, был в Харидваре, там на каждом шагу Майвади. Мне что, нужно каждую минуту омываться? Нет. Есть много видов омовения. Например, можно принять солнечное омовение, или посмотрев на солнце, или омовение в пыли во Вриндаване, в частности, или Тиртхаснан, Надиснан, то есть омовение в реке, омовение ветры можно принять, Дивьяснан. Дивьяснан – это когда дождь и солнце одновременно. Когда идет дождь и светит солнце, это Дивьяснан можно принять в это время, мантраснан, очистившись мантрами, как, например, вот повторив эту мантру о том, что тот, кто помнит Вишну, тот воистину чист. Если вы вспомните Патит Паван Джаганатха, то это тоже очистит вас. Если вы чувствуете какое-то осквернение, то если вы вспомните Патит Паван Джаганатха, вот снаружи храма Джаганатха видно там через ворота главные Патит Паван Джаганатха, это очистит вас. И вот, когда Махапрабху сказал так, хотя Махапрабху, он... И вот вопрос, почему маленькому Харидасу, он сказал, что самоубийство для него, утопление в трех реках для него хорошее наказание, но почему он даровал свою милость саньяси Майвади, который есть самые джиши санги. И вот в этой шлоке говорится, что нет и не было никого более великодушного, чем Гуранга. Тот Гуранга, как Кришна, например, он дарует Кришна прямо только достойнейшим, а не всем подряд. Хотя любые враги, убитые самим Кришной, они обретают великолепный результат. Но так или иначе, в этой лиле Махапрабху он не брал никакого оружия. Его харикатха, его санкиртан — это есть его оружие. Когда Нитянанда Прабху кричал, то когда все пасанди, безбожники, их сердце оно разбивалось,
Даже Джагай Мадхай, те, кто совершали так много оскорблений, это невозможно. И вот Джагай Мадхай, они даже, когда совершили не просто грех, а оскорбление, то Шри Чайтанья Махапрабху, он по просьбе Нитянанды простил их. Смотрите, даже Джагай Мадхай, они получили милость. Что говорить о тиграх, слонах и прочих. Махапрабху хотел даровать прямо всем. Он не думал, что кто-то достоин, кто-то недостоин. Даже говорилось, что когда Махапрабху, он шел в Бенгал, то в то время Гададхара Пандит хотел нарушить свою кшетра саньясу. Махапрабху говорил ему, что ты принял кшетра саньясу, ты нарушишь свой обет. А Гададхара Пандит говорил, что толку от моей кшетра саньясы? Я не хочу ей следовать. Я пойду за тобой. И в итоге, когда Махапрабху пересек реку, то Гададхар Пандит, он упал без чувств. И после этого в Чайтанья Чаритамрите говорится, что все жены царя Пратапарудры, они сидели на слоне и смотрели издалека на то, как идет Махапрабху и воспевает святые имена. Они тоже чувствовали прему, хотя они сидели на слоне и вдалеке, все жены Пратапарудры. Они чувствовали прему. Медитация, тапасья, аскезы. Это очень редко, даже йоги и муни, они не могут обрести ту милость, которую Махапрабху раздавал всем. Представьте это. Махапрабху настолько великодушен. С помощью медитации, аскез, йоги и прочих практик. Это очень редко, практически невозможно, никто не может обрести Кришна прему. И вы можете помнить Капила перед Матаджи говорил, что все материальные люди носят тилок Канхималы, некоторые носят, есть четки у них, но оставить материальные материю они не могут. Это главная проблема. Даже если вы хотите жить в каком-то уединенном месте, если вы будете сидеть и думать, что я буду совершать харибаджан совершенным образом, но если вы чувствительны, то увидите, что материя в вашем сердце есть. То есть вы можете уйти в какое-то уединенное место, совершать уединенный баджан, но материя, она в таком подвешенном состоянии, как была, так и останется в вашем сердце. Материя, она может быть в тонкой форме. Что мы можем внешне быть брамачари, но внутри думать о женщинах, и так эта материя в таком тонком виде, она есть у нас. И Махапрабху, он дает прему всем, он без суждения. Даже если у вас нет способности принять эту прему, как, например, кто-то хочет дать у вас какой-то расы, какой-то напиток, жидкость какую-то, я говорил, то если вы... В тот день я приводил пример с йогуртом. Какой-то в Раджавасе спрашивал у Махапрабху, хочешь ли ты йогурта? Хочу.
есть емкость для йогурта, нету. И тогда Махапрабху взял его весь горшок с йогуртом и выпил. Этот человек посмотрел, все, йогурт кончился, деньги где? Как? Раньше надо было предупреждать. И... И вот, то есть Махапрабху настолько милостив, что если у нас даже нет способности принять эту прему, то он даст и нам эту способность принять прему. Даже тигры и слоны, Балабада Бхаттачарья, он был очень испуган, когда он увидел тигра. А Махапрабху повторил харинам, и эти тигры, они тоже начали танцевать вместе с Махапрабху. Не только это, даже такие неподвижные камни, горы, холмы, деревья, даже они получали прему такой милости, такого великодушия не было ни в единой аватаре, никогда. И также различные точки зрения есть относительно проповеди. Это со следующего дня буду говорить. И я хочу сказать о том, какое же качество Гаудия, проповедника. И это Тринадапи Бхавана автоматически явится. Махапрабху, Шрила Прабхупад говорит о том, что Тринадапи, оно естественно. Те, кто находится на пути Рададаси, для них Тринадапи, естественно, не нужно им ничего искусственного. Махапрабху с самого начала можно видеть, Махапрабху являл такое смирение. И перед Дигвиджая Пандитом, перед Кешавой Кашмири, Махапрабху тоже смиренно принял его вызов. Кешав Кашмири, он начал возмущаться, что ты не изучаешь Сахитию, Чандану и прочее. Махапрабху сказал, да, я недостаточно грамотен, я, может, что-то слышал от кого-то. Но вижу вот в твоей поэме такие-то ошибки. И этот Дигвиджай Пандит, он был очень горд, что ты какой-то ребенок, что ты изучаешь, а ты даешь, а ты посмел найти ошибки в моей поэме. Махапрабху сказал, что я, может, не изучал грамматику, но немного знаю о ней. И этот Дигвиджай, он очень удивлен был, как это обычный для материального пандита, это невозможно найти недостатки в моей поэме. И Махапрабху, когда был в Южной Индии, там какие-то буддисты, они хотели отравить его. Дали ему оскверненный рис, и пришел, и тут какая-то обезьяна прибежала, забрала тарелку с этим рисом и скинула на голову этого лидера, этих буддистов. И еще случай с Кала Кришнадасом, что его какой-то черной магией привлекли к какой-то женщине, и поэтому он смог уйти от Махапрабху. Иногда мы слышим, что кто-то рассказывает, что кто-то служит там Гурудеву 40 лет, например. Но что значит служить? Ну, это исторический такой пример.
Что значит служение Гурудеву? Служение – это находиться в Сиддханте Гурудева. Если мы по-настоящему служим Гурудеву, то вся бхава, все качества, все чувства Гурудева, оно явится в вашем сердце, это естественно. Если вы по-настоящему служите, вы можете сами попробовать. Если вы служите Гурудеву, то или просто служите какому-то человеку, то его качества, они явятся в вас. И поэтому Капила в третьей песне Бхагаватам говорит, хотя это не совсем по теме, но я скажу. Капила говорит своей матери Девахути вот такие слова. О мать, все существа, все живые существа, все дживы, они общаются с кем-то, поскольку без общения никто не может жить, может хорошее общение, может дурное. И асад значит, тот не вечно, не стабильно, временно. И Капил Махарадж говорит своей матери: «О мать, общение может стать причиной нашего следующего рождения, если мы сделаем что-то неправильно. Можете ли вы рисковать своим следующим рождением? Если вы не хотите опять рождаться, то тогда совершайте баджан прямо сейчас. И также общение – это причина освобождения. И как мы можем опять родиться, если мы опять отклонимся в сторону материи, то о чем мы думаем в момент смерти, и мы согласно нашим мыслям в момент смерти, то мы обретем это в следующей жизни. И когда? Однажды один человек хотел милость обрести от Махапрабху. Карджатия его звали, а Мукунда. Мукунда его звали. И Махапрабху сказал, что Мукунде он не может даровать свою милость. Он сказал, что почему? Поскольку Мукунда Карджатия, куда бы он ни шел, он везде подстраивается. Но чистые преданные так не делают. Если они чистые преданные, они никогда не идут на компромисс с чем-то другим. То есть они не могут находиться с Сахаджи, с Майавади в каком-то общем месте. Для чистых преданных невозможно. Может, для проповеди какое-то время возможно, но не всегда. Но так или иначе, мы не можем идти на компромисс с Майавади и прочими. И вот такой компромисс на пути чистой преданности с тем, что ей противоречит, невозможен. И поэтому Махапрабху, когда раздавал прему, он сказал, что я не могу дать прему Мукунде, поскольку он Карджатия, он этот, как его, он подстраивается под разные общества. И Махапрабху сказал, что я дам ему прямо через 10 миллионов рождений. И когда он узнал об этом, он начал радоваться.
И когда Махапрабху увидел, что он очень рад, то он сказал, что все, 10 миллионов лет уже прошли, я могу сейчас даровать свою милость. Я уже говорил, что в этом материальном мире время, место и пространство, оно не связаны. Но в духовном трансцендентном мире эти вещи, они независимы друг от друга. Время, оно может по-своему течь, пространство по-своему, материя по-своему. Там, в трансцендентном мире, все трансцендентно. Оно может менять свою скорость или изменяться как пространство. Там все трансцендентно, и поэтому я в Пуре ответил на вопрос, что когда вы повторяете по-настоящему Харинам, то как повторять Лак Харинама за 3 часа, то если смотреть, считать по часам, то не получается, что уже прошло много времени, а Харинам не закончен. А когда вы с полным чувством, с полной концентрацией повторяете святые имена, я видел это в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Шрилы Вамана Госвами Махараджа. Вот утром после арати, пока все кланялись, Гурдев уже за пару часов он уже повторял Лак Харинама. Как это возможно? Уже к 5-6 утра они уже заканчивали повторять Харинам, поскольку со святым именем сам Господь Хари присутствует. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что повторять святые имена и встретиться с самим Шри Кришной — это то же самое. Any question if you have? Если вопросы какие-то? No, ma, we have to cut out. If you have doubt, then big problem. We cannot go ahead. It is the mercy of the Lord. You feel it, provided you are 100% informed. There should not be any difficulty. Any question? No. What question? I didn't understand fully when you're quoting this verse from Bhagavatam, between Samvraja, Paribhurvidam, Chavishnu. So, does that mean, like, for devotees that do have calm in their heart, they should or they should not hear such pastimes of Krishna? No, I don't. Вот по этой шлоке, значение шлоки таково, что те преданные, у них быть какой-то запах вожделения в их сердце, они не могут слушать о раса лиля. Это не должно быть в этой значении этой шлоки, но это по милости, если вы будете слушать из должного источника, то ваше сердце очистится. Если вы будете слушать харикатху из должного источника, и у вас практически нет вожделения, но запах вожделения, который есть, он будет очищен. Но это не значит, что если вы, имея полное сердце, полное вожделение, будете слушать о сокровенных лилах Кришны, это нехорошо. Как, например, есть материальный поэт Калидас, он получил мир материальное Сарасвати, даже в университетах изучают его эти поэмы. Он красиво пишет, но в одном из своих произведений он пишет. Такая большая книжка. И вот он пишет в Вандане одно, а в Вандане он говорит такие слова. Гоури Шанкар. Вот такие слова он говорит. Ванде Питару. Значит, он относится к ним. Мой отец и мать, я выражаю вам свое почтение, поскольку Шанкар, он источник знания также, он отец в каком-то смысле.
И вот он говорит так. Если вы... Арагам ичет Бхаскара, Гьянам ичет Санкара, Анам ичет Бхутасана, Муктим ичет Джанадана. I don't like to give any meaning of that. И вот Махарадж Локу произнес, но переводить не будет. И вот суть в том, что Шанкар, он лучший из пандитов. Нет никакого полубога, который мог бы превзойти Шанкара Шиву. И внешне Шанкар может выглядеть как сумасшедший, но это не так. И здесь вот Гоури Шанкар, все полубоги, они принимают Шанкар, что Шанкар и Парвати – это наш отец и мать. Но это не значит, что у меня есть право обсуждать их сокровенные лилы. И как этот поэт, глупый пандит, он в своей вандане, в предисловии, восхваления, в начале книги он говорит, что они отец и мать, а в самой книге описывает сокровенные лилы Гоури и Шанкара. И как это, мы не, у нас нет права смотреть на сокровенные лилы отца и матери. И Прабхупад говорит, смотрите, какой глупый поэт. У них нет никакого знания о Расататве. Они сначала говорят, что Шива и Парвати – это их отец и мать, а потом на следующей же странице обсуждают их сокровенные лилы. И поэтому я могу напомнить вам, что когда кто-то, какой-то писатель что-то пишет, было правило такое, что было сначала Сварупа Госвами одобрено, это во времена Махапрабху. Что перед тем, как что-то показать Махапрабху, часто люди не имеют представления о Мадхури Расе, о Расататве. Если Расататва с Вацали пересекается, то это глупость просто, как, например, где Ешода и Рада Говинда, они не могут одновременно быть. И поэтому Махапрабху было правило, что если кто-то приносил какие-то писания, стихи, драмы, еще что-либо, сначала Сварупа Госвами это проверял. Если Сварупа Госвами видит, что это безупречно, нету никакой расабасы и сиданта вирода, несоответствия сиданте, поскольку Махапрабху очень гневался, когда он видел какое-то несоответствие сиданте или смешение рас неправильное. И поэтому Махапрабху дал такой пример, что если кто-то хочет изучать, если кто-то хочет что-то принести, то нужно, чтобы Сварупа Госвами одобрил. Однажды какой-то поэт написал поэму о Махапрабху и Джаганнатхе, то Сварупа Госвами, когда узнал об этом, то какой-то преданный очень вдохновился этим и попросил, чтобы это вот проверили. И вот все преданные пришли, и Сварупа Госвами пришел, и этот материальный пандит начал петь свою поэму. И в самом начале Сварупа Госвами сказал, все, хватит, глупец, столько ошибок, ты совершил оскорбление лотосным стопам Джаганнатха и Махапрабху. И после этого Сварупа Госвами благословил его, и Сиданту сказал нам, помнить нужно ее и не забывать. И вот в этой шлоке он сказал, что мы должны общаться с чистыми преданными Махапрабху. А что значит спутники Махапрабху? Это те, кто исполняют желание сердца, Шри Чайтанья Махапрабху. Они могут родиться позже или раньше, или намного позже, но все же они вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. И нужно избегать тех, кто, прикрываясь какой-то дешевой философией, стремится к славе и почестям.
then chain wise, like cycle, you know, one factory, and factory what happens? All labor are coming, they are putting cycle one by one. If one cycle is disturbed, the whole cycle is disturbed. Chain wise, all cycle fall down. И ачарья, чистый преданный, он не может обманывать вас. Может, он будет недоволен вами, но он не будет вас обманывать. Вопрос самбандхи, настоящая баджан не может начаться. Вопрос, как начать рагануга баджан? И вот Махарадж отвечает кратко, все зависит от ключа. Ключ к вашему баджану зависит от вашей преданности лотосным стопам чистых гуру вайшнавов. Если ваш гурудес не настоящий, то вы должны принять прибежище у чистого вайшнава. Если вы не должны оставлять вашего гурудева, если он, так сказать, недостаточно совершения какой-нибудь матья матьякари, например, не нужно оставлять матья матьякари даже. Но все же можно взять разрешение у них, чтобы слушать харикатху от более возвышенного вайшнава. И таким образом гурудев может дать вам разрешение, что вы можете слушать харикатху от более возвышенного преданного. Если такой ваш гурудев завистливый и не позволит вам слушать харикатху с более высокого источника, то Джива Госвами Патра говорит эти слова: настоящий вайшнав, у нас есть право общаться с Шридхаром Госвами Махараджем. Я могу общаться с Кешава Госвами Махараджем. Мой гурудев никогда не возмущался этим, поскольку это наставление Джива Госвами Пада. Вот эти слова. Джива Госвами Пад говорит, что по милости, по указанию, по наказанию гурудева мы можем общаться с чистыми вайшнавами. Но одно условие должно быть, что это не должно беспокоить вашу гуру севу. Смотрите, очень прекрасная формула. Если вы приняли, взяли то есть вы можете общаться с другими вайшнавами, но это общение не должно беспокоить вашу изначальную гуру севу. Даже больше, если это настоящие вайшнавы, то эти вайшнавы, они вдохновят вас на служение вашему гурудеву. Об этой шлоке я в дальнейшем буду говорить.